Привет, сегодня я решил сделать видео про топы игр. Я собрал лучшие новые игры, и одна из них мне прям уж сильно запала в душу. И первая игра у нас — это игра, в которую я залип на полчаса. Ее цель проста — вы должны управлять объектами так, чтобы они попали в пилу. Как только вы уничтожаете все объекты, то вам открывается новый уровень. Как по мне, это очень затягивает. А теперь перейдем ко второй игре, и это у нас игра от довольно известного разработчика. Цель игры — проходить волны и собирать монеты. Потом, за собранные монеты, вы открываете новую волну. И так до босс-файта игра проста, но реализация на очень высоком уровне. Теперь перейдем к третьей игре. И эта игра мне напомнила сразу вайп Матрицы. Игра очень затягивает. Ваша цель — уклоняться от лазеров и проходить по бесконечному коридору. В этой игре есть соревновательный режим, где вы своими очками соревнуетесь с другими игроками. Теперь перейдем к четвертой игре, и это у нас также прикольная игра. Это платформер без кнопки прыжка. Вместо нее у вас есть шкала, по окончании которой вы сможете подпрыгнуть. Задумка оригинальна. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!